Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня я хотел такую небольшую тему, но провокационную, которая, наверное, возмутит многих из вас. Хотел поговорить с вами о психологах, психиатрах, психотерапевтах. Ну, вы, наверное, скажете, что это все отдельные профессии, отдельные направления, а я все по своей такой привычке смотрю сверху и в кучу сбиваю этих граждан, этих товарищей, как сказал, ремонтников человеческой психики, врачевателей душ человеческих. Достаточно, некоторые уважают эти профессии, некоторые смеются, что это вообще там не наука, не специальность, это все, а все лечится просто стаканом, доброй компанией и хорошей выпивкой. Ну, и те, и другие, это, конечно, крайности, поэтому достаточно серьезная тема. Я сам всю жизнь изучаю психологию, психиатрию, труды метров и современные методики. И, конечно, это наука. Это серьезнейшая наука. Может быть, даже, нельзя сказать ключевая, но в центре стоит человек, человеческая психика. Попытки понять, как все это функционирует. Излечить, улучшить. И многие методики действительно действуют. Но реально назвал бы всех этих людей, не всех, наверное, а так поверхностных психологов, я бы сказал, может быть, начинающих. Они все недоучившиеся маги, недоучившиеся мистики, эти ребята. Потому что если вы в эту науку не вкладываете энергетику, то есть это просто удаляете с поля и чисто вот методики, свои эти гештальты, фигальты, все эти, по каким методам вы работаете. Если это происходит без энергетической, мистической составляющей, это все профанация. Даже если это работает. Да. А плюс к этому это занятие этими вещами, даже если это помогает людям, этим вы наносите удар по себе, поскольку, принимая, анализируя чужие проблемы, глядя дальше в корень и чужую энергетику на себя, вы принимаете чужие проблемы. И в конце концов вам сносит башку. Очень много я знаю психологов, уже там возрастных людей, которые к своему зениту теряют, то есть превращаются в больных людей и в психологическом, даже в психиатрическом смысле, и в житейском. То есть они, принимая и анализируя проблемы, чаяния других людей, ставят себя под удар, потому что у них нету вот этой мистической составляющей, они не перерабатывают эту энергетику, которая по-любому прилипает, даже если. И происходит серьезнейшая профессиональная деформация, и все, в общем-то, приходит к печальным результатам, а подчас даже к краху. Знаю многих, даже, я бы сказал, все такие серьезные мэтры психологии, и даже психиатрии, я тоже сюда, можно сказать, патологическую психологию, тоже сюда же в кучу, конечно, вас это возмущает, но... Ну и что? Они были, если не открытыми, то тайными мистиками.
Это без сомнения. И вы это тоже поймете, если так вот глубоко сядете, проанализируете, а еще лучше проделаете медитации, ну, то есть вот снимите вот эти энергетические сливки с этих людей. То есть просто конкретно перепросмотрите, ну, вот этих людей, даже умерших. Вот, ну, кто вам нравится, современные или более основоположники психологии, которые заложили все современные тенденции, которые, ну, стоят на этом. Ну, надеюсь, не обидел я психологов. Не обидел, потому что так я, ну, достаточно такой объем многих видел из них и общался. И среди них есть те, которые так, ну, приемлют мистическую составляющую этого мира. Некоторые твердые материалисты и все там думают, что можно все так, как говорится, методиками, отверткой, молотком все решить. Но ничего не решается, конечно. И если первая категория становится глубже, имеют научный подход и получают результаты, то вторые в конце концов теряют все, даже собственный, я бы сказал, собственную удачу и подчас даже собственный рассудок. Сюда же, конечно, ну, о психологии не будем сейчас больше, не будем удлинять нашу беседу. Все время меня веселит доктора, врачи. Я очень редко посещаю эти места. Последние десятилетия только разве что для получения каких-нибудь справок, там, ну, какие технически нужны там, для прав, там, для вождения, для оружия, ну, какие-то вот, которые там для бассейна. И вот в этих комиссиях меня просто эти врачи, я удивляюсь, это окулист сидит, женщина, ну, это несколько этих, у них огромные очки. Ну, как же вы эти, лечите глаза, вы знаете все о зрении и сами не можете себя излечить. Терапевты там огромных размеров, женщины явно с проблемами с давлением, с сердцем, там еще с чем-то. Невропатолог просто весь перекошенный. Там, то есть явно, ну, да, не психологические проблемы, а вот неврологические. То есть и психика, и невролог. То есть они сами страдают и страдают жесточайшим образом от тех заболеваний, которые они диагностируют. Это для меня всегда ярчайший показатель вот этого. То есть изначально-то они были, ну, молодыми девушками там, или молодыми людьми, докторами, которые пришли в профессию, ну, скорее всего, с благими целями. И буквально за какие-то там 10-15 лет они превратились в развалины, которые не то что не могут это других вылечить, они себя не могут вылечить. И это настолько... И люди все равно идут к ним. Идут, спрашивают, как же, чего... Эти люди сами болеют теми же болезнями и не могут их излечить, и не могут ничего посоветовать. То, что они советуют, это явная профанация. То есть это официальные мошенники, шарлатаны, которые сами не осознают, прикрываясь каким-то дипломом. Ну, наверное, да, они чему-то учили, но явно эта наука не пошла им на пользу. Поэтому... Ну, так, если вы интересуетесь мистикой и подчас, ну, мистика очень близка к психологии, то есть это наука о энергетике и человеческой душе по-хорошему, я бы посоветовала вам, ну, так, заняться серьезно собственной энергетикой. В первую очередь собственной энергетикой, потому что если вы будете... для начала владеть своей энергетикой, вы сможете уже это транслировать. Во-первых, очищать себя, перерабатывать чужой негатив
И, соответственно, если это ваша профессия, то успешно помогать. Ну, то, ради чего вы, наверное, пришли в профессию. Я не думаю, что вас влекли какие-то корыстные мотивы, а не превратиться вот в этих врачей, в кавычках, я бы сказал, которые сидят вот в этих медицинских комиссиях, в этих поликлиниках, и, ну, и подчас в больницах, что еще хуже, потому что, ну, там-то люди не просто пришли справку получить, а люди реально нуждающиеся в срочной помощи. Поэтому не сердитесь на меня, если вы психолог, и вдруг что-то обидное в моих словах, вы поняли. Не для этого, я говорю, не для того, чтобы сказать, что типа я молодец, а вы нет. Нет. Все надо анализировать и пропускать через себя. Тогда это превращается в ваши знания. Даже вот чужие вот эти наработки этих столпов психологии или другой науки, когда вы перерабатываете энергетически через себя, вы понимаете суть, которая подчас во многих науках скрыта за огромным количеством терминологии. Вроде даже кажется, вот говоришь с человеком, он владеет терминологией, отлично. Даже нас это, ну, поначалу поражаешь, думаешь, нормально, вообще так в теме. А когда понимаешь, что за терминологией ничего не стоит, ничего, там просто бумага, ткни туда пальчиком, все. И вся эта наука рушится. Потому что красивая обертка – это не содержимое. А должна быть и обертка красивая, то есть надо знать терминологию, и содержимое должно соответствовать. Тогда получается гармония, тогда получается именно вот эта мистическая составляющая, которую я призываю, конечно, не только в психологии, а в любой деятельности, когда она основана на таком синтезе науки и мистики, это настоящий продукт получается. Реальный, красивый, действующий продукт. Ну все, дорогие мои, спасибо, счастливо.